ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили вопросы безопасности школ. Совещание в режиме онлайн-конференции провел губернатор края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов. Открывая заседание, губернатор Кубани отметил, что к 1 сентября все образовательные учреждения должны быть полностью готовы к приему детей. Из 3000 учебных заведений Краснодарского края треть эту задачу уже выполнили. Из регионального бюджета на эти цели было направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Средства пошли на ремонт зданий, закупку школьных автобусов, приобретение учебников, а также на комплексные мероприятия по обеспечению безопасности. На сегодняшний день практически все школы имеют систему автоматической пожарной сигнализации. Камеры видеонаблюдения ограждены по периметру. Согласно поручению губернатора, 72% образовательных учреждений на Кубани обеспечены специализированной охраной. Свыше 90% из них охраняют профессиональные казачьи организации. В горячем ключе этот показатель составляет 100%. Безопасность в каждом образовательном учреждении курорта обеспечивают сотрудники частного казачьего охранного предприятия «Биркут». До 31 августа во всех школах будут на практике отработаны вопросы пропускного режима, тренировочные эвакуации и действия в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.